Ну что, ребята, еще один выход на рыбца. Посмотрим, что как получится. Народу, конечно, пипец. И здесь, и там. Первый. Зачетненький. Поклевку не видел нифига. Под берегом. Под самым. О! На траве повис. Сошел. На это не рыбец, по-моему. А может, рыбец. Если только рыбец, только мелкий. Ну, близко берет. Вообще. Ветерок такой. Какой-то северо-восточный. Охренеть, блин. Случилось чудо. Да хороший такой. А, наплакал еще одного. Ну, тут даже и мерить нефиг. Он зачетный. Мотылей-то уже с гулькин. Куль. Сегодня сходов. Что-то много поклевки чувствовал меня один раз. А вот рыбка на крючок не хотела садиться. Ай, упал. Блин, мотыль такой. Ха. Плотвичка. Ха-ха-ха. Меленькая. Хороший-то, крупненький. Ну да. Ой. Тоже зачетный. Даже мерить нечего. Четвертенький. Ах ты сволочь. Взял, выпрыгнул. Ну что, ребята, уже стемнело как бы. Я уже до дома доехал. Вот. Короче, по сегодняшней рыбалочке, ну, как бы поклевочки у меня были, честно говоря. Мотыля сбивало подчистую. Но это рыбец. Именно рыбец так дергает. Ну, под вечер, вот по темноте уже, как вот начинало темнеть, три штучки, считаю, ну, там буквально там минут за 10 выдернул, как бы, ну, так, если бы клевало бы, тогда можно было надербанить его, как бы так вот, но ничего, все равно, как бы, без рыбы не остался, в общем, так вот. Ладненько, что, ребята, до новых встреч, всем пока!